«Не знаю, не видел, приобрел не у нас». Так пытался оправдаться продавец, у которого закупил снюс несовершеннолетний. В одной из торговых точек Димитровграда общественные активисты сделали официальную закупку синтетического никотинового вещества. Подростку, не спросив про документ, удостоверяющий личность, продали нужный товар с витрины магазина. После этого молодой человек ушел, но через несколько минут вернулся к продавцу снюса уже в компании своих более старших единомышленников с вопросами. Итак, я покажу, как я вам представлюсь. Я думаю. Проект «Народный контроль», вы слышали? Нет. Нет? Проводится рейд. Покажи паспорт, что есть. Нет, 18. Парню 16 лет. Вы знаете, что нас губернатор ввел закон о подобии 16-летнего одобрения? Да, не слышал. Слышал. На место сразу же был вызван наряд полиции для составления протокола. Блюстители правопорядка не заставили себя долго ждать и прибыли в оперативном режиме. В итоге нашли не только снюс, по словам активистов, но и горы контрафактного табака. В воскресенье мы были в Димитровграде. То есть просто та же самая обычная табачная лавка, это не стационарный торговый объект, где очень большая крупная партия была не только снюс, там, да, там две набитые коробки. Причем, обращу ваше внимание, мы увидели один продукт под названием снюс, он какой-то прям новый вообще, мы его даже не видели. Он новый, там высокое содержание никотина, он какой-то новый, модифицированный, и поставки идут от Тольятти, Самара там и так далее. Mm-hmm. А тем не менее, в этой табачной лавке вот горы контрабандного, контрафактного табака. В минувшие выходные подобные рейды прошли в Новоульяновске, Чердаклинском и Ульяновском районах. На очереди отдаленные районы Ульяновской области. Новости Улправда ТВ.